чистил зубки новой щеточкой. Волнительно новой щеточкой, да? А сейчас мы поедем с Миросей и со Златой в автопарк. Это мы в детской комнате в горнолыжном курорте. Где-то Мироська подходит. Мы поиграли в детской комнате, теперь пришли покушать. Мироська. Мирусюшка, посмотри сюда, котик. Будет детские супчики. Хорошо. Уже пришло время готовиться к дню рождения. Хочу вам показать, какой маникюр сделала вот буквально только что. Давно не давала я вам идеи для маникюра. Знаю, что некоторые девочки прям делают скриншоты и повторяют. В этот раз у меня получился такой достаточно простой по исполнению, но очень красивый нарядный маникюр. А у меня будет яркий неоновый оранжевый аксессуар, и поэтому я сделала вот здесь вот такую оранжевую полосочку и ноготочек тоже оранжевый, чтобы как-то это все сочеталось. Стильно очень выглядит. Далее я съездила, покрасила брови, хотела нарастить себе ресницы новые, те сняли, а новые не нарастили, потому что у меня веко уже раздражено от постоянного наращивания, потому что я несколько раз подряд делала. А потом... Ты можешь садиться. А, ты сильно двигаешь. А потом сделала моментальный загар. А говорят, что я его рекламирую, на самом деле я его оплачиваю сама, делала уже, наверное, раз 7-й. Поэтому я довольна. Доброе утро. Я только что проснулась и решила сегодня как можно больше включать камеру, чтобы вы, можно сказать, этот день провели со мной. Итак, сейчас я в ванной, буду умываться, приводить себя в порядок, потому что вот буквально только что проснулась. И сегодня будем отмечать мой день рождения. Покажу вам сейчас, что я надену, в каком образе буду. Итак, раз уж я в ванной, покажу вам, каким средством буду пользоваться, потому что часто вы меня об этом спрашиваете. Я рассказываю, но не показываю. А раз уж я здесь, покажу. Вот такое средство для умывания от The Body Shop. А затем увлажняющий крем и крем под глаза. Очень довольна я этими средствами. Подарила мне их Яна на Новый год. И как вы поняли, вчера я сделала моментальный загар, и 8 часов нельзя было мыться. И сейчас я буду как раз-таки смывать этот загар, вот этот вот лосьон, липкий слой. И потом у меня уже останется отличный, хороший загар, и я смогу надевать белую одежду. А пока вот этот лосьон не смыт, то белую одежду, конечно, надевать не стоит. Передвигаюсь в гардеробную, чтобы показать, что я надену на праздник. А, кстати, тут стоят два пакета. Это вчера родители привезли бытовую химию из Финляндии, когда забирали вчера вечером Мироса на выходные. Надо будет сейчас мне после съемок влога разобрать. Как вы думаете, что это красное? Это я уже положила платье, чтобы вы его увидели во всю его длину, можно сказать. Оно в пол, красное, мне кажется, очень нарядное и мне идет. И покажу вам второй свой образ. Как вы помните, мне подруга посоветовала в клуб уже надеть что-то другое. И второй образ мой будет более вызывающий. Платье с огромным V-образным вырезом, с кружевом. В общем, такое что-то будет более кокетливое. Но так как я иду с мужем, я могу позволить надеть что-то такое. И туфли я показала. Сумочка у меня будет вот эта. Яркая, очень яркая сумочка. Шанель Бой. Прям блестит здесь. Ну, я думаю, вы увидите все на фотографиях в Инстаграме. Пришла делать макияж, сейчас выбираю ресницы. We'll be right back.
А тут меня уже ждали буквы. Вика и картина с изображением мирового. Цвет, Юля. Да, очень красивый цвет. Молодцы, очень классно. Что это такое? Отвечал за цветы. Под цвет прекрасного автомобиля. Спасибо. Сказать, платье. Надо сейчас не... Нет, автомобилю ближе. У нас будут цветы чуть попозже. А, ничего себе. Так, спасибо. Сейчас душа. Это что ты тут такое? Я ваш смотрю. О, что это? Шапочка такая красивая. Да. Хорошо, да? Хорошо. А мне такого не было. Очень приятно. Очень круто, спасибо. Правда, ты все время голая ходишь. Не, ну а что на самом деле? В мороз, в жилет, я не знаю. Да, так же. Еще подарок одна. Ой, не дай себе. Так и хочется.
Сейчас будем со Златой разбирать подарки, цветы. Тут еще цветы. А мне не хватает вас, но, к счастью, мне подарили вазу. Сейчас достану ее и все расставлю, а то ночью сразу спать легли. Еще одна из подруг приготовила мне букет заранее. А тут вот видите буквы В и П из цветочков. Сейчас уже не очень заметно, они немножко, видимо, изменили свою форму со вчерашнего дня, цветочки. А вчера было очень ярко. Вот так получше видно.